Всем привет! Всем добрый привет. День! У нас уже день, я уже сходила на почту, не на почту, в банк, Овощадбанк, оплатила коммунальные услуги. А София ушла без телефона, и я думаю, как я уйду? Я вообще собираюсь на почту, потому что на Овощадбанк невозможно достояться. А тут выхожу с дома, думаю, нет, Софийке оставлю записку, что я на Укрпочте. Если что, вдруг я ее пропущу. Не увижу, как она будет в школу идти. Выхожу, на Овощадбанке людей нет. Захожу, и на терминале никого нет. Так я быстренько справилась. Дождалась Софийку, вот она пришла со школы, покушала. Мы сейчас с ней попьем молочка, мне надо снова сходить в магазин. В Еву мне надо на терминал, надо там на карточку денежку положить, перевести. Оплатить Фаберлик. Еще что-то, в общем. А мы сейчас пьем молочко. Смотрите, как я организовала вот эту вот вчерашнюю коробочку, которую купила. Вот печеньки вот так открыли мы, покушали, потом раз закрыли и убрали. Вот так раз. И все. Удобно так, да? Вот так рукой раз. Маленькая, а там же крышка еще куда отошла. Крышки не было. Женя вчера приходит с работы и говорит: «А, купила, говорит, коробочку вот эту. Говорит, я их в АТБ видел, говорит, но я тебе не сказал». Я говорю, я знаю. Говорит, потому что я знаю, ты бы сразу купила. Я говорю, ну вот, а я зашла и сразу же и купила. Смотрите, как удобно, да? Мам, я покушала. Ты покушала? Я еще не покушала. Я сейчас молоко допью. Я сейчас шарик надую. Ну давай, шарик. Так что мы сейчас перекусим и пойдем. Микки, а что ты такая уже лохмачка? А, ты бабайка? София шарики принесла со школы. Ой, надо было показать, ты уже разобрала. Они сегодня делали. На ЕДС вы делали, да? По ЕДС предмету? На технологии. А, на технологии. В общем, надо было два шарика и две трубочки, которые, ну, обыкновенные, пить. Будет. И вот это... Вот это легкие было, два шарика легкие. К ним соединяли трубочки, их скотчем перемотали, там наклеечки сделали, как носик, и вот человек дышит, и шарики расправляются. Прикольно, интересно. Микки хочет лопнуть твой шарик. Ну не надо и так делать. Ой, скажи, Софийка, давай играть. Знаешь, Микки, ты мне уже помнишь, у меня шарика. Ну дай понюхать, но она так хочет понюхать. Ой, скажи, Софийка. Ой, сейчас. Скажи, так интересно. Ой, ты лапочками. А, сейчас лапкой скажи, я тебе его быстренько пробью. Ты боишься. У нас на улице ночью, утром дождь и шел, так сыро уже. Ну, в общем, уже все, девочки. Нету снега у нас. Все раз. Так, я не поняла, что у нас Сиви? Софи, подними футболку. Смотрите, как у нас на улице. Очень все растаяло, все капает. На улице очень, очень жарко. Как-то жарко. Ну, там жарко, сыро. Сыро, но вот не холодно, пошумано. Все, вот так сыро. Все растаяло. Все, зима закончилась. Грязь теперь. Была. Мам, лезь на ней сейчас. Ой. Так. Ладно, все, пойду я допью. Еще посуду сейчас надо помыть, будет прийти. С Софийкой покушали. Так, молочко. На помаду отпечаталась. Ой, Никуське дали шарик. А ты дай ей, чтобы она зубками взяла вот этот вот сам шаричек. Ой. Ну дай ей, помоги. Ну, девочки играют. Да пупчик тебе дал. Я сейчас на него. Сейчас она не может взять. Ой, господи. Дай ей запустить. Пупчик, да. Пупчик для чего? Все. А, споймала. Ах, как весело, какая игрушечка. Сейчас как бэхнет игрушечка. Бэхнет, что я поделаю. Она так с ним вот
Пупси, да, пока камеру возьмешь, она так с ним смешно бегала, да? Микуська, ой, сейчас ты лапкой его продавишь. Ой, сейчас ты его... Опа! Все. Давай сюда, шарик. Забирай у него, чтобы она его не наела. Давай, иди, нет. Отдай мне шарик. Давай сюда. Давай, Микусечка, это нельзя, зайчик, давай. Ну давай, нельзя. Сейчас я знаю, чем. Да я сейчас заберу у нее. Микки, а раньше у меня есть. Вкусняшка у меня есть. Да иди ты, скажи. Ладно. О, вот это не очень хорошо, она спряталась в норочку. Ладно, София, одевайся, сейчас я ее достану. Смотрите, какая у Софийки красота. Не фокусирует бриллианты. Ой, София. Там у Софийки сегодня такое кольцо купили. Я говорю, ох, если бы такие колечки были в моем детстве, да? Плохо фокусирует камера. Ой, ой, ой. А вот здесь кольцо. Тоже золотое. Да, золотое, конечно. У нас уже вечер. Мы гуляем с Микуськой. Просто сижу с Софийкой, любуюсь колечком. Говорю, боже, как красота. Неописуемая. Скажи девочкам, доброе утро. Доброе утро. Мы вот так спим, вот так просыпаемся. С Кнопиком. Кнопик любит, да, мам? Ай, любит. Тут обнимашки мне такие делает. Обнимашки. Скажи, доброе утро. Девочки, у нас второй день видео. Я не доснимала вчера. Нет, я начала снимать. Но не доснимала. Сегодня буду снимать. Ну, просто то, что я хотела делать, я не сделала, и я не стала снимать. Да? Микусечка. Любименькая моя, любименькая. Слушай, а что за водка? Ничего нет. А, подожди. Жень, я ж видео снимаю. Что ж ты? Подожди. Ой, доброе утро. Муж уже приготовил завтрак, надо бежать кушать. Как да? Микусик, лохматусик, доброе утро. Ой, Женечка, что ты тут приготовил? Как обычно, стандарт. Стандарт, маслечко, тосты нажарил. Ой, ты их поразрезал, да, так они сделал? Они важные, большие. А хлеб какой-то купил другой, да? Да, того не было. Привет. Ой, как это... Нас не видать, не видать. Все, девочки, зима закончилась. Снега как не было, да? Все ну, уже весна. Уже весна, все растаяло. Ладно, будем завтракать, хорошо. Бутербродики. И провожать мужа на работу, да? Так, девчонки, камеру поставила. Постирала тут. Стирала покрывало, ой, скатерть постирала, вот этим ополаскивателем полоскала, Фаберлики заказывала. Ой, аромат обалденный, видно вам? Вот этот, хорошо пахнет. А вот этот вот покупала, Савекс, знаете, пахнет, ну, так, чтоб сильный аромат тоже, ну, пахнет, ну, я не вау, как-то. Что-то этот мне больше понравился аромат. Постирала скатерть. Чистенькая. Сейчас я так сложу. Девочки, мне сегодня по плану. Что у меня по плану? Я вот так сейчас. Раз. И все, пусть она тут висит. Мне надо, знаете, что полы в ванной и швы помыть. Что-то мне так плохо видно, да, как-то темно. Да? Ну, тут свет такой плохой. И тут шкафчики, сейчас вам покажу. И вот в этом шкафу навести порядок. У нас тут уже бардак. Вот, видите, я показываю, как. Уже напихали, набросали всего. Уже ничего не закрывается. В общем, будем сейчас наводить порядок. И швы надо помыть. Ну, не знаю, в каком видео, что я буду делать. Может... Наверное, сейчас вот здесь наведу порядок.
В обувь мне надо поубирать. Ну, это уже сейчас мы в ней ходим. Это я Женина перемыла, убрала. В общем, это Софи... Нет, это Женина полка. Это Софийна обувь. Мне надо убрать босоножки. Вот зачем они тут стоят? Вот эти туфельки я покупала и Фаберлик. Вот. Она обула один раз в школе на переобувачку. Пришла и сказала, что они уже ей маленькие. Я говорю, София, они стояли, были большие-большие, теперь маленькие. Ну вот что вот это такое? Жалко так. Фаберлик написано. В общем, надо тут полкой заняться. Обувь сейчас разобрать. Вот тут все сейчас будем наводить порядок. Сейчас я волосы заколю, чтобы они не мешали. Мне надо сегодня, наверное, или маску сделать для волос. Так держится, чей не держится? Ой, не держится. Сейчас будем наводить с вами порядки. А то, кто не беспорядки? Вы говорите, что у меня порядок, девочки. Ну так быстро все становится непорядок. Вроде убираешь, убираешь. Так, начнем. Сейчас я вас удобненько поставлю. Угу. Вот так вроде нормально, да? Видно все. Я буду вот так. Так. Микоськин костюм с улицы приходили, после, как снежок был, гуляли, он чистый. Но я его уже в чистые вещи, ну как чистый, после улицы в чистые вещи не ложила. Так, это тут вся обувь чистая, это Женины вьетнамки. Так, это Софины вьетнамки. Так, это наши новые тапульки, что нам Цилечка с Турции привозила. Вот мои и Софийкины, Анечкины, у Анечки. Так, домашние тапочки. Это София может обувать. Ну, сейчас, в принципе, не обувать. Женины еще одни вьетнамки. Убрать. Сушилка. Ну, сушилку я тут храню, потому что вчера Женя пришел. Что-то обувь такая влажная была. И, в общем, сушилкой сушили. Сушилка у меня здесь так и хранится. Потом такой у меня есть тут поводок. Чего мне тут только нет? Женя, прошу, сделай его, сделай. Вот это. Поняли? Ну что, нельзя разобрать. Вот зачем новый покупать, если есть вот такой вот старый? И Микуська бегала б на рулеточке. Это еще вот нашей первой собаки. Ну, может, он, конечно, большеватый для Мики. А какая разница, на каком она будет бегать? Ну, в общем, там, наверное, катушка поломалась. Не фиксирует. Я Жене сколько прошу, сделай, сделай. А Жене времени нет. Ладно, я сейчас его так скручу. Тык-тык-тык. Микуська, все, это я оставлю, пусть он тут. Буду так, что надо сюда, не надо вот сюда. Так, это Микин поводок, ошейник. Так, сейчас пристегну. Микуська, мы никуда не идем. Помощница моя, скакалка. Софийна, убрать. Так. Чешки беленькие. Чешки беленькие, новенькие. Оставлю. Оставлю. Так, чесалка. Чесалка. Убрать ее отсюда. Я Мики такой чесалкой не чешу. Это, в принципе, Микины все расчески. Ладно, сюда уберу. У меня здесь стоят чесалки. Что уже тут не ставится? Так, маски. Смотрите, Жене, сколько на шафте выдают масок. Но они такие, вот эти маски, знаете, какие-то они новые все, вот в упаковках запечатанные. Раз, два, три, четыре. Четыре упаковки масок. Они какие-то не очень удобные. Вроде как по качеству прикольные пошитые. Еще маска. Наверное, с клапаном, да, с клапаном маска. Это я сейчас куда-то их уберу. Вот с клапаном маска. Внутри. Да тут не клапан, девочки, не клапан. А какая-то, видите, он такая, как пластмаска вставлена. Но оно так держит. Ой, боже мой, а как его, как им пользоваться? А как им пользоваться? Вот тут крючок. Короче, ну, короче, неудобно. Ладно, не трогай. Я уберу. Господи.
масок уже целая куча. Ага, вот они, вот эти маски. Сейчас я вам покажу. Вот это, вот этих, которых вот таких в упаковках. Вот она вот так сделана. Она смешная, как утконос, я их называю. Смотрите. Тут внутри вот так как-то, ну, как просвечивается чуть-чуть. Вот так я смотрю. И тут две вот такие вот резинки. Но она надевать надо. Как я? Ну вот как ее одевать? Вот, я ее одела. А, вот еще одна. Мы сначала думали вот так. Ну вот этот. Вот на носик вот закрывать. Значит, вот так. Смотрите, как ходить. О, утконос. Только аж я не пойму, как ее надевать. Раз. А вот эта вторая куда? Ну, куда вот эту одевать? Короче, зацепилась я. Зацепилась. Уже 4 минуты видео наснимала. Потом монтировать места не будет. Ники, не трогай. Я сейчас все-таки ее одену. Надену. Ну вот, одену. Раз. Девочки, ну смешно ж ходить в такой. Ну я понимаю, защита прежде всего. О-о-о. Вот нос закрыли. Все. Красиво, да? Вот так дышать. Ладно, все, снимаем маску. Короче, масок очень много. Так, пакетик. Ага, убираем дальше, вот так ставим. Ага, это мои шлепки летние, раз. И вьетнамки, два. Так, это мы отсюда убираем, нам не надо. Дальше. Дальше, новые маски. Маски, маски, маски. Вот еще упаковка масок. Так, это ошейник, поводок. Вот так лапки вставляют Микуськи. Это мне девочка отдавала, дарила. Какие-то шнурки. Сейчас же Шмики мне все быстренько поможет убрать. О, вот стельки. Вчера же не говорила, давай тебе стельки новые. Я ж покупала. Я ему оставлю вот тут. Сегодня предложу. Так, мои шлепки старые. Да. Это... А что это? А, это я Софийке покупала. Помните, силиконовые шнурки в Еве. А это выкинуть бумажку. А это два шнурка. Надо найти, куда я их делала. Так, и Женины домашние тапочки. Но он у них редко ходит. Он ходит в других. Так, вот какая-то бумажечка я тут застилала. Нафиг она надо, да? Сейчас я тряпочку возьму и повытираю все. Вот. Ну, так, нормально, нормально. Вот чтобы тут хранить, чтобы было и удобно. Обувь. Но обувь тут неудобно хранить. Если я взрослый поставлю три пары. Раз, два, три. Даже три не вместится. Софийны маленькие. Ну, это так, поставил, а вверху пустота. Ну, не придумаю никак. Такой вроде удобно. Я люблю такие, ну, выдвижные. Он такой глубокенький, хорошо. Высота. Так, вот это все, что убрала туда. Наверное, сейчас приготовлю коробочки у меня остались, когда в спальне наводила порядок. Еще Женя говорит, выброси эти коробки. Я говорю, ничего не буду выбрасывать, я туда что-нибудь сложу. Сейчас я их достану. Так, Микуська, они мне тут в этом шкафу были. Сейчас я их найду. Их специально, вот они, оставила их. Вот они, коробочки. Сейчас мы сюда что-нибудь придумаем. Так, это сюда. Ага. Видите, сколько вот в шкафу лежало? Вот, полно. Сейчас эти маски все отсюда уберу. Да, помощничка моя пришла. Помогает маме порядочки наводить. Так, смотрите, вот такая вот коробка. Ой, наверное, Софийка уже бежит по подъезду. Слышу, кто-то топотит. Сейчас я вот так поставлю. О, тук-тук-тук, Дотя пришла. Видишь,
видно, здоровайся. Нет, ты снимаешь? Ага, я видео тут порядки навожу. Кстати, я пришла, боится там то пьяный, то еще кого-то. Я говорю, молча, быстренько, тык-тык-тык, домой иди. Хорошо? Я хочу и спать. Ой, боже мой, ну сейчас будем вместе спать. Сейчас я тогда Софию покормлю, и дальше мы с вами продолжим. Хорошо? Угу. Раздевайся. Сейчас ручки мои. Что забыла? Не надо в магазин. Зачем? Ну, ты знаешь. А Алёшку не боишься уже идти? А я ж могу сидеть. А если он там? Я увидела. Ага. Потом выйдем позже. Мне надо тоже в магазин. Угу. Мне надо там Микки посылка пришла забрать. О, ну, как раз вместе сходим. Хорошо. Мои ручки. Я до сих пор. Мам. Поскладываю все. Коробочку, да? Угу. Коробочки из-под обуви, если нет. Органайзера. А я кушать пойду. Давай, София. Мама, я пошла. Я Софии кушать там нагрела, она будет кушать. София. Ой, Софиин поводок, Микин поводок. Угу. Я сейчас вот эти тут положу, пусть себе лежат. Да? Все. Вот, и удобно. Я так снимаю, ничего не вижу, что я там снимаю. Все видно, девочки. Вот, вот так. Видите, как? Так, это тут пусть лежит. Ну, тапочки комнатные я тут и оставлю. Вот эти и Софейкины, что я ложила. Ну, тапочки с тапочками достал тут и удобно. Еще сколько места освободилось, я не буду сюда складывать. А, наверное, не кину одежду. Да, можно ж. Пришла с прогулки. Может, вообще Микину одежду всю сюда убрать? И удобно будет. Как вы думаете? Перенести ее сюда? Нормально, да? Все. Я, наверное, сейчас перенесу сюда. Принесла коробочку, там, где ее вещи мы складываем. Сапожечки. Но сегодня пойду на почту, заберу посылку. Там носочки должны прийти, трусики прийти. Вот пусть ее будут вещи здесь. Вот. На улицу собираемся, в принципе, у меня тут расчесочки, всю ее расчесываю. И смотрит, думает, что она гулять идет. Ты думаешь, что ты на уличку пойдешь, зайка? Не, маленький, нет. На улице грязь, мы не пойдем. Мы ходим только, когда хорошая погода. Такая мама у тебя не водит. Прям вот так сейчас так положу, чтобы место не занимало. Все. Это Микуськина будет полочка, да, Микусик? Ну, вот так получилось, девочки. Надеюсь, еще и место освободилось. Так, уберу пока сюда Женины стельки. Он придет вечером, я ему все расскажу, объясню. Все, шкаф пустой, свободный. Закрыли. А вот это все лишнее сейчас я уберу. Вот там сложу куда-то какую-то коробку. Вот эти маски все поубирать надо. И что еще? Ну, вьетнамки, летнюю обувь. Вот. Так что все, в этом шкафчике навели порядок. Сейчас я это все уже разберу. Ну, там я не буду показывать, куда я буду все складывать. Ну, посмотрю сейчас. Достала пустую коробку. Сейчас туда все шлепки уберу. Вьетнамки. Ну, тут мы уже убирали. Только Женя, когда убираем полностью, он мне двери снимает, двери, чтобы было удобно. А так я достаю. У нас тут, видите, пылесос стоит. Там мука у меня, если мы покупаем большие, типа, храним. Сейчас вам покажу. Может, кому интересно будет. Маленькая, видите, такая как гардеробная. Здесь вся зимняя одежда у нас хранится. Там одеяло, сумки, подушки лишние. А там все в коробках, видите, обувь. Видите, тут света нет, так там не видно. Вот. Вот лесенка стоит, которую купили. Стол, тумба вот тоже. Гости приходят, надо, чтобы стол, тумба была. Это мама с папой орехов передали. Орехи хранить. Некуда их всунуть, эти орехи. Сначала, когда тепло было, на балконе стояли. Все, Микусик, отходи. Зайчик, отходи. Все. Отходи. Так что я вот коробочку нашла. Сейчас сюда вьетнамки все поубираю. Раз. Женины вьетнамки. Это надо сложить. Скакалки. И Софейкины можно вот сюда сунуть. Один. Второй. Все.
уже ворует. Ворует у меня Микусика. Уже украла маску, убежала. Раз. Еще коробку достану. Вот это убрать. И к нам все убрать. Все убрать. Маски все убрала в один пакет. Все. Сейчас посмотрю, есть ли мне место наверху. И вот эти вьетнамские папы беру. Все, по коробочкам все убрали. На, Микусика. Скакалку сейчас уберу и порядок. Все, девочки, я все справилась. Вот у меня две коробочки с обувью. И вот еще одна коробочка. И сейчас мы там наверх это все уберем. Достала губки. Вот такая у меня губка. Видите, губка магична. Обыкновенная меламиновая губка. Вот у меня осталась половинка, она была, ну, еще больше. Сейчас этой губкой я помою быстренько швы. Это занимает очень мало времени. Я раньше чем только не мыла, разные средства там и придумывала сама, и те, что есть. Но это долгий процесс. Меламиновой губкой за 5 минут мы сейчас вымоем все швы. Так, сейчас я вам покажу, как я буду мыть. Знаете, как говорят, надо надевать перчатки, потому что она вредная. Ну, я буду работать, как всегда, без перчаток, а вы работаете с перчатками. Мне надо сегодня переделать всю такую работу, еще кухню помыть, потому что мне завтра на маникюр. В общем, сегодня работаем по полной, чтобы завтра ручки уже были красивые. С новым маникюром. Так, нам надо ее намочить. Губку намочили. Микки, не гавкаем, я ее немножко отжимаю. Так, девочки, давайте до и после. Давайте вот этот участок возьмем. Как сейчас я вот так камеру поставлю, да? Вот так. Например, до и после. Да? И потом проверим. Сфоткаю до и после. Ну, я обычно начинаю все по очереди. Ладно, я вот тут начну. Вот эту часть. Смотрите, я просто провела два раза. Видите? Смотрите, какая грязь. Смотрите, просто я вот так провожу. Раз, два, три. Все. Идеально. Сразу все у нас... И со своей мочалочкой. Да, смотрите, какая грязная. Вот полы моешь вроде бы. Вроде бы чистишь. И вот так сейчас я все шовчики, видите, как сразу. Пусть забираю Микусю, чтобы она не мешала мне. Вот, сейчас буду губку полоскать. Это секундное дело вообще. А, так у тебя еще одна? Нет, она у меня одна. Все, последнюю. Надо купить, да. Вот так шовчики все раз-раз попроходили. Так это они еще влажные, девочки. Сейчас они высохнут и будут чистые. София, иди с Микуськой гулять. Видите, как? Тут возле раковины особенно мы больше находимся. Раз, два. Видите, как хорошо все вымывает. А вот, видите, какие грязные эти швы. А там уже вот беленькое все. Все. Я сейчас за 5 минут все это протру. И будут чистенькие. Вот, вот так. Раз, 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 раз. Смотрите, какая. Видите? Красотень. Сразу беленький шовчик. Самое лучшее средство для швов. Девчонки, советую. Меламиновая губка. Девочки, вот так. И с вами общаюсь. И полы быстренько мою. Мою все шовчики. Вот. Раз, раз, раз. И будет все у нас чистенько. Раньше я вот это щеточкой зубной или какими-то щетками наливала средства. Вот это чистила, терла. А, ну, так, как мы стоим далеко, да? И вот так я. Раз. Все будет красотень. Сейчас все помою. Они сейчас высохнут, вообще будут беленькие. Ходи, мама моет. Моет. Я так по кругу сейчас, по бокам обойду. Нет. Давай, уходи. Может, она писать хочет? Иди писай. Иди. Давай, писай, потом я уберу новую пеленочку. Давай, садись. Вот, молодец. Так, кто пописал? Ой, мама переборщила. Кто пописал, вытирает писюшку туалетной бумагой. Мы так всегда делаем. Все. Губку не нюхаем. До свидания. Иди. Все.
Микусь, Софика, зови ее все. Иди сюда, пошли. Викин, стоп. Все, убежала девочкам в камеру, хвостиком помахала, пописала. Все, девчонки, ладно, я домой, потом вам уже включусь, а то неудобно, неприлично. Так, вот такой результат, девчонки. Вот полики, вот шовчики. Помните, какие серенькие были? Так что меламиновая губка за 5 минут делает волшебство. Все очень чистенько и аккуратненько. Да, они не такие, как новые, идеальные, но все равно вот сейчас нету этой серости. Все так. Вот такие вот. Те шовчики уже стали нормально. Вот тут мы вот толчемся больше всего. Все чистенько, все светленько. Вот так. Все, сейчас Микуське пеленочку застелю. И все. Так, все, справилась с делами, поделала все. На сегодня я с вами буду прощаться. Оно не маленькое, мне его еще за вчерашний день надо смонтировать. Мне надо сейчас все быстро смонтировать. Потом с Софикой пойдем, ну... Или сходим на почту, забрать посылку надо. Все, встретимся с вами в следующем видео. Не знаю, мне надо кухню еще помыть. Сегодня надо все сделать, чтобы завтра на маникюрчик пойти. Все, всех люблю, всех целую. Все. Всем пока-пока. Пока-пока.